Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Преследует постоянная сонливость и апатия, как вернуть прежнюю бодрость духа. На протяжении года чувствую постоянную сонливость, нет тела ни до каких былых увлечений, при этом здорово полностью, никаких нарушений со стороны гормонального фона, давления и т.д. В первую очередь диагностика врача-психиатра, клинического психолога, для подтверждения или опровержения депрессии. Второе. Сонливость и апатия выглядит как следствие внутреннего конфликта, подавление чего-то внутри, психологической защиты от психотравмы, вот. Либо как кризис, определенный жизненный, личностный кризис. Вот. То есть вот, ну, это нужно здесь вот в данном случае понимать. Нужно понимать, что, скорее всего, прям-таки вот, ну, прежнюю бодрость духа, наверное, не вернуть. Не в смысле того, что вы не будете, ну, такой же бодрый. Да, не в этом смысле. Не в этом смысле. А скорее в смысле того, что бодрость духа вам нужно будет, по сути, заново находить в себе. То есть вот в чем здесь может быть ваша ошибка? Ваша ошибка может быть в том, что вы хотите, ну, такой же быть. Вот. Вы хотите такой же быть, какой вы были. Такой, как были, вы, скорее всего, опять же, уже не будете. Не в смысле того, что у вас изменился характер, не в смысле того, что вы стали, ну, какой-то другой и так далее, нет. А в смысле того, что вот заново себя искать нужно будет. Понимаете, какая штука? Заново нужно будет себя искать. Это процесс, определенный процесс, на который вам нужно будет, ну вот, как-то свое внимание обратить на этот процесс. Потому что просто вернуться вот в ту же колею, да, у вас, ну, вот, скорее всего, не получится. Вот, и, соответственно, дабы не фрустрировать от того, что вот, у меня не получается вернуться, да, вот, дабы не фрустрировать, вам нужно просто искать новый интерес. Если это кризис, вот, и, ну, именно вот, и именно кризис, вот, то в таком случае, если это кризис, вот, тем более, в случае, если это кризис, тем более вы никаким образом не вернетесь к тому, что было, потому что это кризис. Вот. Кризис, он как бы означает уже, что, ну вот, что привычные схемы, да, привычные модели какие-то, вот, они не работают. Они просто не работают. Вот. Привычные схемы не работают. И это больно, это болезненно, но это реально. Очень важно то, что с вами происходило год назад. То есть прям вот, ну вот, что было год назад с вами. Какие события происходили в вашей жизни год назад, что вы вот в это состояние впали.
значит, ну, какая-то травма, да, психологическая, серьезное потрясение, эмоциональное, значит, какое-то событие, вот. То есть, ну, вот всякие такие вещи, их вот эти вещи, их ни в коем случае нельзя недооценивать. Вот. Потому что они влияют на много. Вот. Особенно, что, ну вот, на мой взгляд, что особенно нельзя недооценивать, да, это что вы не замечаете себе. То есть, вот, то, что вам, ну, кажется чем-то обычным, чем-то вот таким, знаете, ну, с самим собой разумеющим. Вот. Это вот особенно опасно. Это особенно опасно, потому что кажется, что это вот оно так и должно быть, а оно так не должно быть, оно вообще, ну вот, как-то там, не знаю, противоестественно, да, например, ну, для человека. Вот. А человек привык к этому, он в этом живет, и он даже не догадывается о том, что можно, во-первых, что можно по-другому, во-вторых, что нужно по-другому, в-третьих, что, ну вот, что сам он, ну, человек, в смысле, а сам он этого сделать, скорее всего, не в силах, потому что привык жить, вот, что называется, ну, вот, под определенным, ну, по определенным правилам, вот, под определенным ключом, ну, в определенной парадигме. И меняться страшно. Кажется, да, я лучше так побуду. Ну, так неплохо. Так вот. Как я живу. И все, и начинается уже сопротивление теперь, вот. Ну, в другую сторону, да. Поэтому какая-то такая история. У вас это долго достаточно, то есть, ну, продолжительное время, поэтому я думаю, что обязательно нужна консультация, обязательно нужна помощь врача, вот, врача клинического психолога, психиатра. Вот, обязательно нужно, потому что, ну, обязательно нужно подтверждение, что у вас что-то есть, или у вас этого нет, и нужно лечение, вот, обязательно нужно лечение. В случае, если есть что-то. Вот, поэтому не затягивайте, обращайтесь как можно быстрее именно к врачу той направленности, той специализации, которую я сказал. Вот, занимайтесь и обращайтесь уже к психологу только после того, как начнете это делать. Всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, обращайтесь.